Вы когда-нибудь чувствовали, что вы одиноки? Мне кажется, это самое худшее чувство из всех. Когда ты на секунду понимаешь, что ты никому не нужен. Родители тебя не понимают, тех, которых любишь, тебя не воспринимают. А друзья? Они пишут только тогда, когда ты им нужен. А ты сидишь и думаешь. Неужели я настолько плох, что мне даже сейчас не с кем поговорить? Неужели я за всю свою жизнь не нашел ни одного настоящего друга?